Холод собачий. Прокатимся? Ты чё, ключи подрезал? Это моя тачка! Да! Высокий IQ, служба в морской пехоте. Но всё летит к чёрту. Наркотики, мелкие преступления. Ты нигде не работаешь. Вы кто? Твой отец спас мне жизнь. Ты, говорят, совсем оборзел. Ребята, у меня был весьма насыщенный день. Понимаю, у вас претензии к Экзи наверняка обоснованные. Но не могли бы вы оставить нас в покое? Не суйся, дед, а то ноги вырвем. Человека определяют его манеры. Это понятно? Сейчас поясню. Ну что, будем стоять медитировать или будем драться? Извини, надо было выпустить пар. Что ты видишь? Я вижу в тебе потенциал. Мы независимая международная разведслужба с высочайшим уровнем секретности. Если готов меняться, сможешь превратиться в шпиона. Хочешь? О, да. Вам предстоит самое опасное собеседование в мире. Вас заведут до предела возможностей. Разовьют ваши способности. Научат бороться со злом. Если на ковер попала кровь, выбрасывай его к черту! Не переношу вида крови. Что, жалеешь его? Он будет не хуже других. И даже лучше. Человечество — это вирус, а я — лекарство. Похоже, погибнет куча народа. А мне на это... You can't know.